Всем добрый день! Итак, меня зовут Анна Комарова. Я свадебный стилист и вообще уже в индустрии красоты 15 лет. Всех очень-очень-очень рада видеть. Хочу вам сказать вот что. Ну, для начала я парикмахер. И с 15 лет я работала именно парикмахером. Я стригла, красила волосы в салоне красоты, но параллельно уже делала прически, параллельно делала макияж. И мне всегда очень сильно нравилось создавать образ в целом, то есть полностью работать с клиентом. Да? Даже когда ко мне клиенты приходили только на стрижки, я всегда еще добавляла им немножко макияжа, может быть, немножечко укладки и так далее. И вообще считаю, что, конечно же, любой мастер, бьюти-мастер, который работает с волосами, должен уметь делать все. Ну, то есть не только окрашивание и стрижки, а еще хотя бы процентов на 20, на 30 минимальные прически, ну, либо красивые, быстрые накрутки и укладки. Я часто достаточно хожу в салон красоты, делать маникюр, там, педикюр, просто к косметологу. И вижу, что очень многие мастера, которые занимаются стрижками и окрашиваниями, не умеют работать с плойками и вообще с инструментом, да, не до конца понимают, как именно работать с помощью гофре, плоек и так далее. И поэтому сегодня я вам покажу 5 моих топ-5 техник накрутки, которыми я пользуюсь, ну, вот постоянно, да, работая с невестами, работая со звездами, на фотосессиях, работая на Fashion Week, сама себя крашу достаточно и причесываю часто. И первая укладка, которую я хочу сделать, она будет на мне. То есть я хочу вам показать достаточно быструю укладку, но очень шикарную. То есть это сейчас самая модная, самая стильная укладка, которую делают в таких топ-салонах красоты в Москве, да, очень любят делать, например, в Барвихе, на Рублевке, ну, то есть такие прям модные чекульки. Вот, и, собственно, вот эту самую укладку я вам хочу показать. Я хочу показать, что она делать вообще несложно, то есть достаточно легко и просто сделать действительно шикарную укладку. Если кто-то вдруг первый раз вообще видит вот эту вот рыжеволосую девушку в виде меня, не знает, кто я, ну, я в двух словах, да, скажу о себе. Я работала на Каннском кинофестивале, я уже 5 лет веду свой блог на YouTube, и на YouTube у меня выложено практически 300 видеоуроков совершенно в бесплатном доступе. Я показываю, как делать шикарные свадебные прически, да, поэтому, кто меня не знает, подписывайтесь на мой Инстаграм Комарова веб-салон, либо на мой YouTube, и там дальше продолжим работать. Сейчас буквально одну секунду, я к вам возвращаюсь. Итак, первое, что, конечно же, нужно делать, когда к вам пришел клиент, это нужно сделать объем. Объем делается у нас с помощью гофре. Есть такие клиенты, которые не очень любят гофре, и тут я сразу же говорю о том, что не нужно им об этом даже говорить. Итак, первый мой инструмент, который я использую в работе, для меня это просто, знаете, как буквально причесаться, да. Это вот такое гофре. Гофре бывает разные. Гофре бывает с глубокими пластинами, сейчас я вам покажу, да, и вот с такими. Когда гофре с более глубокими пластинами, очень часто видно рисунок. Если мы используем вот именно это гофре Moser Max Style, конкретно эту модель, с глубиной пластин, вот посмотрите, где-то 3,5 мм глубина зубца, практически не видно рисунка зубца. Смотрите, как я это делаю. Раз, нажимаю, и поскольку у нас плавающая пластина, у меня прогревается вот эта часть таким образом, что гофре полностью равномерно распределяется по всей пластинке. Ну, сейчас, когда буду сверху делать, вы увидите прям конкретный рисуночек. Как часто можно использовать гофре? Не часто, девочки, да? Гофре – это такая палочка-выручалочка, когда вы делаете себе укладку в понедельник и до четверга с ней ходите, да? То есть можно использовать сухой шампунь, это прям мой способ.
Я вам честно говорю, я терпеть не могу себе делать каждый день укладки. Я этого не делаю. Я распределяю таким образом свой график, да, чтобы у меня подряд шла какая-то активность, например, 3-4 дня. Да. В первый день я делаю себе офигенную укладку, буквально за 15-20 минут, которую я вам сейчас покажу. Я-то вам вообще за 10 покажу. А, вот, потому что я еще сушусь, да, сейчас у меня сухие волосы. И, соответственно, потом каждое утро просто сухим шампунем совсем чуть-чуть прохожусь по проборам. И таким образом хожу 3-4 дня. После этого мою голову и не делаю гофре. Даю отдохнуть волосам 3-4 дня. Да? То есть вот получается, итого я делаю гофре один раз в 8 дней. Если мы 8 дней делим на 30, то у нас сколько получается? Максимум 3 раза в месяц. 3-4 раза в месяц максимум я делаю себе укладки. Но в Инстаграме, а у меня 950 тысяч подписчиков, если кто-то не знает, все думают, что я просто каждый день делаю себе укладки. Нет, и еще раз нет. Это вредно, это делать не нужно. Вы делаете один раз и ходите красоткой долго. У меня жирная кожа головы. И, конечно же, когда на следующий день я просыпаюсь утром, поверьте мне, у меня жирный блеск. Ну вот, да, очень-очень такое прям нежное. Дальше идем чуть-чуть выше. Мы сейчас с вами не делаем, да, свадебную прическу. То есть мы сейчас делаем быструю укладку для себя, поэтому я пропускаю пробор. Я вот сделала, сантиметр отступила и делаю гофре теперь только через сантиметр. Этого будет достаточно, чтобы у вас объем держался очень хорошо. Вот видите, раз, у меня уже все встает. Этого будет достаточно, чтобы проходить, ну, 3 дня точно. Смешно, да, ресница? Да, я в маске, если что. А вот так вот, ну ладно, потом про маску про свою расскажу. Это моя, кстати, авторская маска, которую я разрабатывала 3 месяца. Я бедного человека, который делает эти маски, просто замучила. Вот, но в итоге он сделал просто идеальный вариант. Ладно, давайте я вот так все-таки уберу пока, а то слишком. А, вон оно у меня видно? Видно, что не видно. То есть гофре есть, но оно очень нежное. Кстати говоря, когда я делаю какие-то техники, например, прически с ребрышками, да, я вот даже звоню, когда своим ассистентам, мне, естественно, ассистенты готовят всегда модели, я им звоню с утра и говорю: девочки, сегодня ребра, поэтому берем гофре Мозер. Нам нужны чистые, красивые, нежные ребра. И вот эти чистые ребра можно сделать только с гофре Мозер. Да? Если мы используем там более глубокое гофре, то, к сожалению, это не получится. Вот смотрите, сколько, 5 минут, да? Уже, в общем-то, красиво. То есть вот так вот еще подуложить. Ну, лучше, конечно, расчесать. Сейчас я вот так вот расчешу. Оно сразу же встает. Раз, да? И уже у меня в 2 раза объем, да? То есть можно чуть-чуть подкрутим. И все. Гофре ничего не портит, мои дорогие. Когда гофре не было, да, а я работаю уже 15 лет в этой индустрии, мы мучились просто очень сильно, да. То есть, когда мы делаем прическу просто одним начесом и пытаемся сделать объем, таким образом мы... Жаль, цвет глаз нельзя менять. Ну, извините, у меня зеленый, да. Поэтому зеленый всем сделала. Когда вы начесываете вот так вот жестко начес, ну, это старинный начес, я думаю, что ничего уже такого... Значит, до свидос. Если кому-то что-то не нравится, я буду всех скрывать и банить, сразу же говорю. Вот, кому не нравится, не подключайтесь. Берем гофре и вот таким вот образом просто проглаживаем. И у нас остается прям вот еле заметное вот такое вот гофре. Все, идем выше. Отступаем буквально 2 сантиметра наверх, раз, фиксируем, и еще буквально несколько прядочек у нас, да, идет. Смотрите, вот эта прядь у нас не гофрируется. У нас гофрируется только верхняя прядь. Вот она, раз, прогофрировали. И вот я зажимаю из-за того, что у меня пластинки плавают, то пластинка получается очень такая, знаете, мягкая, да, бывают очень жесткие пластины, которые прям фиксируют так, что
волосы зажимаются, и где-то получается гофре более жесткое, где-то гофре получается более мягкое. Но когда мы делаем вот именно такое гофре, то у нас раз, и все готово. Вот, видите, очень легкое такое. Выше идем и выше. Все. Ну и вот у нас последняя прядочка. На затылке я обычно делаю максимум 2 прядочки. Вон, видно, да? Чуть-чуть заметно, но оно очень такое нежненькое у нас получается. Благодарю всех за комплименты. Сейчас уже не маска, сейчас уже мой мейк. Это уже не маска. Маску убрала, потому что у меня эти бесконечно прыгали ресницы. Наверное, по поводу термозащиты. Я, если честно, термозащитой не пользуюсь, потому что волосы у меня жирные. И если пользоваться термозащитой, то волосы становятся намного быстрее жирными. Когда я работаю с клиентами, то я иногда пользуюсь термозащитой. Вот первая прядочка, да, буквально делаем. И следующая, еще на затылке прядочка. И поднимаем. Раз. И наверх. Поднимаем. Все. Готово. Отлично. Вот у нас получилось вот такое гофре. Сразу же грива большая. Сразу же красивая вот такая вот прямо грива. И теперь переходим к самой накрутке. Так. Накрутку я буду делать на щипцы 32 мм. Это называется серф-накрутка. Поднимаем. Волосы. Прям будем сейчас держать очень крупными прядками делить все. Подняли. Берем лак. Буквально капельку, одну капельку лака нанесли. Прочесали. Раз. Беру плойку 32 мм. Это плойка 32 мм от Moser с титановым покрытием. Держу и начинаю прокручивать. Но таким образом, чтобы у меня кончики чуть-чуть остались. Буквально 2 сантиметра кончиков я оставляю. Что важно? Хвала изобретателю гофре, это точно. Все, очень-очень большими быстрыми сегментами. Теперь перехожу выше. То есть, смотрите, вся затылочная зона в одну прядь. Сейчас показываю быструю технику накрутки. Серф локоны. А в конце, после того, как я себя накручу, я вам покажу еще 4 техники накрутки, но уже, правда, на болванке, не на себе. Очень классно, да, то есть это уже будет топчик. Покажу вам пластичную растяжку и покажу локоны 5D. Ну, все, которые пользуются, конечно, и классические, и голливудские волны покажу, да, то есть те, которые нам нужны. Но это прекрасное, скажем так, действие будет ближе к концу. Сейчас мне нужно накрутить себя, показать, как это быстро. Вот, одна секундочка, раз, и выкидываем, да? Все, смотрите, третья прядь, уже пол головы накручена. Взяли, раз, всех, кто будет материться, всех блокирую и удаляю. Подкручиваем, поднимаем наверх и ждем. Вот она у нас такая вот получается. Ой, надеюсь, что будет эффект сохранен. У нас, как вы знаете, Инстаграм вещь непредсказуемая. Бывает такое, что он вылетает, ничего не сохраняется. Поэтому будем надеяться и просить Вселенную, чтобы все у нас сохранилось. Вот, беру вот эту прядочку. Раз. И вот это единственная прядь, которую я подчесываю. 3 пряди. Вот это все беру. Один буквально пшик. Протягиваем, да? Оттяжка на лицо, зажимаем. Мне очень нравится покрытие вот у этой плойки Moser тем, что прядь скользит даже по лаку. Есть такие плойки, я думаю, вы их знаете, когда ты крутишь на лак, зажимаешь, и оно прям не скользит, застревает. Вот конкретно в этой модели, вернее, в этой линейке Moser, да, все просто идеально. И они, конечно же, блестящие. Так, ну и что? Это у нас какая была? 4-я прядь? И вот самая последняя, да, вот эта вот штучка, мы ее берем, делим на 2 части, потому что тут надо чуть-чуть более, ну, как бы аккуратно все сделать. Можно с лаком, можно без лака. Дальнюю я делаю без лака, зажимаю,
Плоечку держу под 45 градусов, прокручиваю. Вот она у меня, да, вот такая получается. Прокрутила, прогрела, недолго убрала, скинула. Все, и последняя прядь у лица, чуть-чуть ее подчесываю на лоб. Вот смотрите, сколько времени я потратила, чтобы накрутить полностью всю сторону, да? Многие говорят, вот, накрутка это долго, это сложно. Девочки мои дорогие, это легко, быстро и просто, если, конечно же, ты умеешь, да, если ты обладаешь техникой, и если у тебя классный инструмент в руках. Вообще на инструменте экономить не надо. Мне часто говорят, ой, посоветуйте какую-нибудь плойку на AliExpress. Я понимаю, купить подделочную сумку на AliExpress, или ресницы, или даже кисти, девочки, но не электроинструмент. Это да, это мой цвет глаз, у меня зеленые глаза. Итак, девочки мои, берем теперь вот такую вот расчесочку. И что мы делаем? Прочесываем просто. Я хочу показать, да, что вот мы делали. Наш мозг, он очень часто не фиксирует то, что нам не нужно, да. То есть, когда мы смотрим на какую-то вот... ну, на действие, которое, вот как я сейчас крутила, да, что она будет сейчас крутить, к чему она придет? У нас внутри нет заинтересованности. Но когда вы видите результат, результат он вот он, да, то есть я еще сейчас вот так вот подтягиваю, вот сюда подтягиваю, вот сюда подтягиваю, да, беру буквально капельку лака, вот она, глаз попала. И готово. Важно, чтобы были прямые концы, да? То есть, если это будет кудряво, все, это уже не будет стильно и модно. Ну что, засекаем время, делаем вторую сторону быстро. Вот, посмотрите, да? Вот так вот было буквально 5 минут. Я это сделала своими руками на ваших глазах. Каждый из вас может так же себя вообще быстро делать красивой. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики. Мне вот интересно, кто сейчас нас смотрит больше, парикмахеров или свадебных стилистов? Напишите там, давайте, будет такой свадебный стилист, либо парикмахер. Ну, то есть, если вы парикмахер, а если то и то, это супер. Ну, то есть, умеете ли вы делать прически? Вот на что интересно. Ладно, я буду крутить быстренько, потому что у меня еще огромнейшая на сегодня для вас просто обширнейшая программа. Раз. Вот так вот. И прокручиваем. Кстати говоря, забыла сказать важный момент. Если вдруг вы крутили, да, ну и так получилось, что парикмахер, ну конечно, аккаунт «Я парикмахер», все парикмахеры. А вот я, ну не все, надеюсь, да, расскажу про себя. Я свадебный стилист. Чем отличается свадебный стилист от парикмахера? Тем, что умеет делать прически. Прически делать, девочки, это не стричь и не красить волосы. Это совершенно еще одна большая, я поняла, все парикмахеры, еще одна большая профессия, скажем так. Когда я работала в салоне красоты, сейчас будет, знаете, такое чистосердечное признание, ко мне приходили, ну, допустим, невесты и говорили, ой, а можно мне сделать свадебную прическу? О, да, конечно, я в училище делала прическу и что-то им там делала. Признаться честно, мне этих невест просто жалко. Я не знаю, что я им делаю. Но тогда, когда вот я училась, да, я училась целый год на парикмахера, стилиста, колориста, нам просто вдолбили, что ты умеешь делать прически. Нам показали 4 прически, там, бабету, букле, гладкий пучок и одну технику накруточки. Нет, я живу в Сочи, поэтому я загорелая. И еще пользуюсь крутым бронзатором. Очень от Анастасии Беверли Хиллз, но это в другом эфире. Так вот. И однажды ко мне попалась достаточно такая, ну, наверное, вредная невеста, да, и ей все не нравилось, то, что я ей делала. Я делаю одну прическу, ей не нравится, другую прическу, ей не нравится. И тут мне прям, знаете, щелкнуло, что, блин, Ань, ты не умеешь делать прически, не берись за это, что ты это делать не умеешь. И я это дело бросила, и в течение, наверное, 5 лет я этим не занималась. В то время я стала тренером-технологом в компании Procter & Gamble, в марке в начале Лонда, Вэлла.
Там же у нас был Себастьян. И ездила по миру, проводила мастер-классы по стрижкам и окрашиванию. Но параллельно к нам в студию Вэлла приезжали такие великие люди, как Патрик Кэмерон, Бьёрн Аксен, они укладывают и по сей день английскую королеву, швейцарскую. И я была у них ассистентом, то есть я там помогала где-то что-то держать и так далее. И я помню, как однажды на меня смотрит Патрик Кэмерон, говорит: ну что ты держишь болванку, ну хочешь отработать? Я говорю: да хочу, давай. Вот. И он, можно сказать, ну, подарил мне, да, вот эту возможность отработать две прически. И я подумала: боже, как же круто делать прически, когда ты умеешь их делать. Не когда ты их делаешь, вот знаешь, по наитию. Ну, где-то там подсмотрел, что-то там вот лепишь и весь боишься. Это как, знаете, первый раз милирование делаешь. Думаешь, отвалится или не отвалится. Вот примерно то же самое. И тут у меня получается шедевр. И я прям, знаете, поняла, что вот мне это нравится. И постепенно начала в это уходить. И однажды, опять-таки, ко мне попросилась невеста: сделайте мне прическу. Мне было страшно, но я согласилась. Я сделала потрясающую прическу. А когда я у подружки спросила, сколько стоит свадебная прическа, она мне говорит: 7 тысяч, ну, с макияжем. Я такая: у меня... Это было давно, это было 10 лет назад. Я такая: у меня окрашивание стоит 3 тысячи, причем я супермастер вообще. Ну, типа, $100 тогда было там, ну, чуть больше, может, там, 4 тысячи. И вы знаете, я офигела, что я тогда, сделав просто прическу, то есть ноль ответственности, да, это не химия, когда волосы могут отвалиться, это не окрашивание, когда можно попасть в тот цвет. Ты просто делаешь прическу за 2.5 часа и зарабатываешь чистыми 7 тысяч рублей. У тебя нет расходников, у тебя нет оксидов, у тебя нет ничего, тебе даже мойка не нужна. У тебя просто 3 плойки, лак и 10 шпилек, и ты на этом зарабатываешь 7 тысяч. Ну, конечно, плюс макияж. И с тех пор я поняла, что, конечно же, свадебные прически – это намного больше денег в первую очередь. Ну, у меня сейчас с вами эфир профессиональный, да, я говорю с профессионалами, и поэтому я вам сейчас говорю прямым текстом, вот совершенно прямым текстом. Я прямо сейчас обращаюсь к тем парикмахерам, которым надоело стрижки за 500 рублей, там, за 1500 рублей в день и зарабатывать там в неделю 10 тысяч рублей, у которых уже болит спина, у которых уже ноги, как и у меня когда-то в варикозе, да, и у которых уже аллергия на краску. Вот я к вам обращаюсь, добавляйте себе еще одну услугу. Свадебная прическа. Не нужно переставать красить. Нет, у вас будет еще одна доп. Услуга. Вы постепенно выпнете тех, кто вам мало платит за ваши стрижки и покраски. Оставите только тех, кто, ну, вы сами понимаете, может нормально оставить, чаевые нам оставляют, которые, в общем, клиенты, которые нас ценят, любят и уважают. Оставляем только этих, берем свадебные прически раз в неделю по субботам. Не каждый день, конечно. Каждый день, ну, если вам здоровье не жалко, то, конечно, каждый день вы стрижете, красите с утра до вечера. А только по субботам раз в день. Либо берете еще пятницу, и в пятницу выезжаете к невесте. Просто дополнительно. Причем, знаете, что это я за вас рада, что у вас окрашивание хорошо стоит. Не во всех городах окрашивание хорошо стоит. В Москве, да, в Питере, да, не везде. Так вот, я вам сейчас к чему говорю? К тому, что дополнительный доход – это всегда круто. Одно дело, вы делаете просто прически, просто макияж. Я, кстати, перестала когда-то красить. Ну, я сейчас и до сих пор я стригу и крашу, кстати говоря. Но, по крайней мере, не в тех объемах. Я перестала, потому что у меня началась аллергия на аммиак. Я поняла, что, Аня, ну, как бы 10 лет в профессии, да, вот в этой вот, парикмахера, возможно, ну, вот уже все. Хватит, да, и я все меньше и реже стала брать, потому что началась сильная жуткая аллергия на аммиак. На лак для волос, кстати, тоже аллергия может быть, но если вы выучите в школе Анны Комаровой, то мы вас научим той технике сборки прическов на жидкий лак. А на жидкий лак аллергии не бывает. На аэрозоле бывает, и поэтому все техники, которые я даю в своей школе в Москве, у меня, кстати, огромнейшая студия на проспекте Мира,
все мои техники причесок выполняются именно на жидкий лак. Почему? Потому что я забочусь о своем здоровье. Девочки, я не знаю, какая стоимость в Украине, какая стоимость там где-то. Я могу только сказать, что коэффициент прически, а свадебной прически тем более, он всегда выше. Он выше где-то на 30% из расчета именно сколько вы тратите в час времени. Лак использует ЦЕКа, но любой жидкий лак. Я долго работала шварцкопом, мне потом немножко как-то вот что-то надоел, наверное, просто надоел. Вот, Редкин, Кёна, ну, конкретно сейчас вот у меня стоит ЦЕКа. Ну что, вот такой вот у меня шикарный образ получился. Буквально, ну, где-то вот все вместе, да, мы, я его сделала минут за 25, еще болтая, не переставая. Ну что, остались самые классные и позитивные, потому что остальных двух или трех людей я заблокировала. Не нужно им знать ценнейшую информацию от Анны Комаровой. А мы с вами переходим к четырем топ-техникам накрутки уже на болванке. Я выхожу из эфира, и в эфир заходит болванка. Вот она, да? Анжеличка моя любимая. Сейчас мы вам повыше я ее подниму, чтобы было видно. Яна, спасибо. Яна Терра – это продюсер мой. Это директор школы Анны Комаровой. Это вообще человек, который очень сильно меня всегда во всем поддерживает. Спасибо тебе, Яночка. Итак, наша Анжеличка. Моя любимая болванка. Почему любимая? Потому что она из натуральных волос, да, делаем разделение, сейчас, чтобы вот не мешались волосы, я прямо сейчас сделаю, нет, девочки, пока не могу комменты убрать, я на самом деле из тех людей, кто часто комменты убирает, но пока не буду, мне охота с вами пообщаться, манекен мой, мой, так, отделяем верхнюю шляпную зону, отделяем. Кстати говоря, у меня сейчас на аккаунте, на моем, Комарова веб-салон, проходит новогодний розыгрыш. Я дарю 21 подарок. Вам нужно всего лишь в комментариях написать «хочу подарок». На самом деле 21 подарок, но это вообще целое, я не знаю, фейерверк подарков. И вот как раз-таки там я разыгрываю вот такую болванку дарю. Мы дарим инструменты Мозер. Я дарю 5 мест в свою онлайн-школу, где 100 видеоуроков с доступом на год. Вообще моя онлайн-школа уникальна. Да? Почему? Потому что это единственная онлайн-школа для свадебных стилистов в мире, в которой 100 видеоуроков или, если по-другому, 5 онлайн-курсов на одной платформе. Вот все это вы можете выбрать. Хочу болванку. Нет, хочу подарок и писать не здесь, а в моем аккаунте под крайним постом. Там я стою с кучей подарков, там напишите «хочу подарок». Не сюда, не сюда, стоп! В моем аккаунте Комарова веб-салон, там вы пишете «хочу болванку». Девочки, ну будьте внимательнее, ну в одно ухо влетело, в другое вылетело. На моем аккаунте, потом после эфира напишите. Здесь я ничего разыгрывать не буду, по крайней мере пока. У вас есть возможность выиграть. И все, никаких подружек отмечать не надо, вообще ничего делать. Просто хочу подарок, пишите и все. Еще дарю 3 места. Просто грант на обучение, грубо говоря, в мою школу, да, то есть на любой курс «Свадебный стилист» и 5 мест на курс «Диджитал» от Яны. Спасибо, спасибо вам за комплименты. Глаза у вас нереальные. А чьи же? Вот, видите, нет маски. Мои глаза. Я вот с маской, смотрите. Вот я прицепила ресницы, если что. Кстати, у меня еще очень классная маска. Анна Комарова, которую 3 месяца разрабатывала. Ну вот, я сейчас добавила глаза, а вот убираю глаза. Вот. Скачивайте маску Анны Комаровой, у вас будут такие глаза. Поехали, значит. Отделила верхнюю шляпную зону. Все. Ну, давайте, чтобы немножко вы, так сказать, отдохнули от плойки, я вам покажу сейчас технику накрутки на утюжок. Вот
утюжки вообще бывают разные, да. Я очень люблю вот этот утюжок. Это утюжок Moser Kera Style Pro. Почему я его так люблю? Что он белый. Для свадебного стилиста белый инструмент — это вообще просто мой любимый. Кератиновое покрытие, плавающие пластины, и поэтому идеально можно сделать накрутку. Сейчас мы ее с вами делать и будем, да? Накрутку на утюжок причем можно делать разную. Она может быть... сейчас вот так вот сделаем это сюда. Давайте на затылке или нет, да, на височке. Вот так, на височке зоне будем крутить, чтобы личико чуть-чуть виднелось. Рыжий, зеленый, да. Это кто меня, наверное, не знает, в удивлении, да. У меня рыжий волос, зеленые глаза. Отделяю нижнюю пластиночку. Вот она у нас, да, вот такая вот пластиночка. Ширина пряди у вас должна быть приблизительно 2 на 2 сантиметра. Больше не надо, но и меньше тоже не надо. Раз, зажали. Теперь что делаем? Я беру расческу и делаю начес. У меня две студии. Одна студия у меня в Красной Поляне и в Москве. Сейчас я нахожусь в своей студии на Красной Поляне. Где я нахожусь? Так, прочесываю и делаем начес. Да? Ну, как делать начес, я сейчас сильно останавливаться не буду, потому что на эту тему как раз в моей онлайн-школе есть целая лекция на час, да, чтобы вы понимали, начес — это не просто так. Не просто так. Берем лак, небольшое количество, сбрызгиваем буквально вот два раза. Пшик, и все. Берем утюжок и начинаем крутить. Я ставлю утюжок под 45 градусов. Это принципиально важно. Вот так будет параллельно, да, полу. Это у нас получается относительно пряди под 90. Вот так относительно пряди под 45. Вот так относительно пряди под 180. Мы берем под 45, зажимаем и поехали накручивать. Прокрутили первый проворот и начали похлапывать, похлапывать, похлапывать. Еще раз прокрутили и начали похлапывать. Тут вот важный момент в накрутке на утюжок, когда вы крутите, чтобы у вас вот эта прядь очень воздушно была вокруг утюжка. То есть мы ее сильно не зажимаем. Потому что если мы будем очень жестко зажимать, да, то у нас получится очень такая, ну, скажем так, не сосисочка, сосисочка, да. Берем вот эту прядочку, теперь мы будем прям доделывать. Прочесываем. Вот у нас получилась вот такая прядь. Теперь мы ее рассаливаем и доделываем, да. Так, давайте вопросы по теме. По теме старайтесь. У нас эфир здесь профессиональный, да, поэтому мы с вами говорим вот по таким, на такие вещи. Значит, держу за нижнюю часть, вот за эту, да, за узкую, и начинаю прямо вот так растягивать. Сейчас я аэрозольный лак возьму. Растягиваю. Вот это у нас, скажем так, классическая техника накрутки. Это не там 3D, 5D. Это прям самая обычная классическая техника накрутки, с которой вообще у меня начинается любое обучение в школе, да, курсы «Свадебный стилист». Курсы у меня от 5 дней, то есть если вы крутышка, все понимаете, все знаете, то 5 дней на курсе суперинтенсив вам будет вполне достаточно, да, то есть за 5 дней реально я вас научу делать прически и макияж. Следующую пластиночку. Это Редкин. Ну, вообще любой. Да, держим и растягиваем. Абсолютно любой лак. Растягиваем, растягиваем. Держим за узкую вот эту вот часть. Раз. Раз. И нижняя пластиночка. Да, самая последняя низкая пластиночка. Вот, у нас получилось. Вот таким вот образом мы сделали вот такую вот накрутку, да. Чем я люблю накрутку на утюжок? Если у вас волосы пористые, все, готово. Если у вас волосы пористые, если они у вас такие, знаете, кудрявые, вы сразу же двух зайцев убиваете, да, то есть вы и вытягиваете, и накручиваете. Идем дальше. 5 дней обучения в моей школе — это 10 часов вы учитесь, это супер погружение, да, то есть это просто с утра до ночи вы учитесь, не вылазя. Потом, ну,
дней 5 будете отходить. Вот это обучение стоит 35 тысяч. Это 5-дневное. Есть также у меня 2-недельный курс, например, бьюти-интенсив, да, то есть вы 2 недели учитесь, этот курс стоит 45 тысяч, но это тоже интенсив, потому что там тоже с утра до вечера, да. И есть курс для таких, для чайников, ну тут же чайников нет, для чайников я имею в виду бухгалтера, юристы, экономисты, мамочки в декрете, которые ни разу в жизни плойки в руках не держали, там и так далее. Этот курс длится месяц, он стоит 50 тысяч, и там прям вот самая база, самые азы. Если для вас все-таки знакомы эти вещи, да, то welcome на суперинтенсив, либо бьюти-интенсив. Находимся мы в Москве, проспект Мира, 102, до встречи, мои зайки. Ой, обожаю локоны, сейчас бы вот всю эту голову накрутила. Ладно, дальше идем. Значит, следующая техника накрутки. Тут, понимаете, я вот сейчас буду крутить и специально буду, вот потом даже сравню, какая прямочка как выглядит, потому что очень большая, конечно, разница, да, какой конкретно инструмент, ну, утюжок, либо плойку вы используете, и как потом вы разбираете, раскладываете. Значит, держим прямочку и изнутри чуть-чуть начесываем. Зачем мы делаем начес? Зачем мы делаем начес? Напишите кто-нибудь мне вот сейчас, зачем мы делаем начес перед накруткой. Ну, накрутила бы вот просто так, и было бы тоже красиво, кудряшка. А вот для чего я вначале начесываю? Пшикаю лаком. 2 раза этого достаточно. Беру плойку 32 миллиметра. Это вообще, кстати, одна из самых моих любимых ходовых плоек. Я, конечно, пользуюсь еще плоечкой 25 миллиметров, но 32 все же чаще, да. Значит, корни поднять. Ну, не совсем. Корни у нас и так достаточно хорошо стоят. Для объема по длине. Объемные корни, объемная прядь. Прочесываем, да. И что мы делаем? Я держу прядь, вот эту плоечку, под 45 градусов, вот так вот, относительно пряди. Вообще, это супер золотое правило. Плойку держим всегда под 45 градусов, если мы, конечно, делаем вот такие вот такие накрутки, да. И это у нас уже с вами третья техника накрутки. Значит, я оттягиваю прядь на лицо, зажимаю, держу прядь и начинаю прям накручивать, да. То есть у меня одновременно происходит и накрутка, и вытяжение пряди. Накручиваю. Чуть-чуть похлапываю и поднимаю наверх. Держим. Держим не очень долго, да, то есть прям супер сильно греть. Кстати, девочки мои, крутим мы на 180 градусов, если мы работаем с болванкой. Если мы работаем с плойкой Moser, и у вас есть возможность крутить до 210 градусов, далеко не все плойки греют до 210, то мы нагреваем до максимума, да, вот сейчас я вам, ну, не покажу, 210, и самые трудно поддающиеся волосы, которые вот прям вот обвисают, крутим именно на 210. Поехали, вот это вообще мой топчик любимый. Берем вот эту прядочку, расчесываем, смотрите, она уже на утюжок, а утюжок это 25 миллиметров, да, диаметр. Здесь у нас уже прям крупнее прядь. Что я делаю? Я опять держу вот за вот эту узкую часть, вот за вот эту. Сейчас мне кое-что еще понадобится. Беру пудру, пудру абсолютно любой фирмы. Давайте по поводу треса чуть попозже. Пудрим и начинаю прям вот вытягивать сверху вот такое одно ребро, вот так вот раз, в ребро наверх, и второе ребро наверх, вот раз у меня прядочка, и два у меня прядочка получается, как бы два ребра. Если в предыдущей прядке я вытянула одно ребро, да, я сейчас буду увеличивать, и в итоге 25 ребер, шутка, вытащу, где, значит, фиксируем, видно, они такие разваливающиеся, пшикаю раз, пшикаю два, дую, прям так хорошо дую, продуваю, все, держу вот за эту узкую и подчесываю,
прям почесала, раз ребро у меня, почесала два ребро. И теперь жидким лаком фиксирую. Зафиксировала, держу вот эту часть и прочесываю концы. Раз, прочесала концы, опять держу за узкую часть. Вытягиваю раз ребро, два ребра, раз ребро, два ребра. Вот оно, у нас два ребра получается. Пытаюсь вам развернуть, чтобы было лучше. Вот, наверное, вот так. Два ребра вытянула из одной прядочки. Раз пластиночка, два пластиночка. Немножко лака. Раз. Хвост мешается, чтобы он нам не мешался. Картину не портил. Все, теперь прям вот еще вот на эту пластину чуть больше пряди. Раз. И хвостик прочесываем. Раз, прочесали хвостик. Я согласна, сейчас немножко не видно, да, из-за того, что... Сейчас попытаюсь убрать. Давайте ненадолго уберем комментарии. Или нет, или повыше. Давайте повыше сделаю, вот так. Поняла я вам, что не видно. Сейчас чуть-чуть повыше сделаю. Во. Вот так вот. Все. Вот она у нас, да, эта прядочка получается. Смотрите, вот они, две пластинки первые. Раз ребрышко у нас получилось, два ребрышка получилось. И вот еще две пластиночки. Вот она, да. Вот мы прядь крутили ту, и вот вторая. То есть у нас получается вся прядь как бы разделяется. Вот, видите, на два ребра в итоге. Можно еще сейчас зафиксировать, да? Раз. Так, вот они, видно? Вот такая вот у нас, это третья техника накрутки. И где у нас вторая техника? Вот у нас вторая была, чтобы вы сравнили, да? Вот вторая. Это у нас первая классическая техника накрутки на утюжок, вытяжение одного ребра. Вторая техника накрутки на плойку. Это техника накрутки 5D на 32 миллиметра. Вот она у нас идет, да? Вот такая. Вытяжение двух ребер. Отлично. Поехали дальше. Сейчас самое вкусное будет. Сейчас будут ваши любимые голливудские локоны. Голливудские волны, не локоны, я ошиблась. Значит, отделяю нижнюю прядь. Вот она у нас, самая нижняя, первая прядочка. Отделила, поднимаем наверх. Вот, сейчас вам все было видно. Ну, давайте будем такими достаточно мелкими, две накручу. Вот одна прядь у меня идет. Чтобы мне... Блин. Сейчас, давайте на вот эту технику отключу комментарии, а потом опять включу. Так, вот так давайте. Потому что не видно, действительно. Вот она у нас, да? Вот у нас идет вот эта прядочка. Расчесываю ее. И это у нас уже четвертая техника накрутки, да? Очень такая... Важная, нужная, любимая многими. Держу ее, почесываю изнутри, наношу лак, небольшое количество, жидкий лак, прочесала. Теперь берем плойку 32 миллиметра, можно 25 миллиметров, если пожестче. Держим плойку параллельно пряди. Если все прошлые разы мы с вами плойку держали под 45 градусов, то сейчас плойку держим под 90 градусов, перпендикулярно. Открываем горячий элемент.
Который, кстати, вот чем я люблю эту плойку, тут эта штучка еще крутится, да? А вот тут на горячем элементе вот такие вот полосочки, что никогда не соскальзывает палец. Очень удобно. Держу прядь и начинаю прокручивать. Так, завела, перекрут жесткий сделала. Вот там вот у меня перекрут. Еще один перекрут. И еще один перекрут. Надеюсь, я сейчас пальцем не закрыла. Ну, давайте вот, надо плойку держать вот так. Параллельно. Прогреваем приблизительно секунд 10. То есть здесь греем подольше, чем вот те предыдущие две пряди, которые я вам показывала. Держим, греем. Знаете, вот по нарастающей, да? Вообще, если говорить про техники накрутки, то их 15. Я вам сегодня показываю 5, а их 15. И вот в своей онлайн-школе я, конечно же, рассказываю про все. Одно дело накрутить, а еще другое дело разобрать. Значит, дальше. Держу эту прядь и начинаю делать вот так. Дым-дым-дым-дым. Вот так. Вниз просто. Раз. Не надо прям расчесывать, прочесывать, да? Сейчас повыше сделаю. Вот. О, ура, я придумала. О, включаю комментарии, сейчас будет нормально. Значит, я придумала, болванка сейчас будет выше меня уже. И мы ее не расчесываем, а вот так вот раз, да, и как бы по вот этим вот линиям прочесываем. Если я сейчас вот так жестко расчешу, то, возможно, она уйдет у меня в кудрю, поэтому я себе этого позволить не могу. Я очень-очень аккуратно прочесываю каждую прядочку. И у меня получается вот такая вот голливудская волна. Вот она у меня, да. Вот. Можно еще подначесать прям начесиком каждую прядочку. Пожестче она тогда уйдет. Ну вот, вот так вот. Раз. Сейчас мы ее... И начинаем доформировать пальчиками. Я люблю объемные вот такие вот крупные волны, да. Если мы возьмем, например, плоечку 25 миллиметров, то она получится более мелкая, да, ну и, соответственно, за счет этого как бы более структурная. Но я люблю вот такие вот волны прямо, чтобы они были объемные. Вот, теперь немножко надавливаем, прямо вот сюда, вот так вот раз, надавили, зажали, смотрите, вот эту тоже лак, зажали. И теперь сжимаем вот так. И дуем. Можно фенчик взять в руки здесь, да, и чуть-чуть феном подуть. И когда вот я чувствую, что она уже высохла, что уже прям нормально, я отпускаю. Ой. Одна из моих вообще любимых техник накрутки. Зачем дуть? Чтобы оно быстро зафиксировалось. То есть я вот эту вот еще наверх подняла, да, линию, и надо, чтобы она зафиксировалась. Ой, ну что, вот она у нас голливудская волна. Ладно, хотела две, но уже не так много времени остается. Боюсь, что не успею показать пятую технику, поэтому переходим на пятую технику. Это моя вообще любовь. Диаметр плойки в данном случае я использовала 32 миллиметра, но... 25, если вы начинающий мастер, берите, лучше 25 миллиметров, будет, ну, как бы более жесткое. Я люблю более такие объемные, ну, вот как, ну, все я люблю большое, да, поэтому я использую 32. Ладно, и теперь у нас идет следующая техника накрутки. Сейчас откуда бы ее достать? Ну, давайте, наверное, ну, давайте вот так вот туда она и будет идти, чтобы она не мешалась. Куда же ее додвинуть? Ладно, не будем никуда двинуть. Вот она у нас, прядочка. Для этой техники накрутки называется пластичная растяжка. Это, ну, просто вот на данный момент, наверное, моя самая любимая техника. Для нее потребуется чуть более толстенькая прядочка, поэтому я добавляю еще 5 миллиметров волос. Вот они. Ставим зажим. Ну и вот в своей онлайн-школе я, конечно же, подробнейше, да, у меня каждый урок в школе длится
минимум 1.5 часа по накрутке. Очень подробно я рассказываю, как вот это разделить, как растянуть, как сделать вот тут ребро, чтобы оно было чистое, чтобы оно было гладко. А самое главное, все это жидким лаком. То есть у вас не будет аллергии. Почему я говорю, что это так важно? Потому что столько полегло с аллергией вообще свадебных стилистов, потому что работали аэрозольными лаками. И я из-за того, что забеременела, я поняла, что мне нужно срочно разработать новую технику накрутки только на жидкий лак. Мы мучились страшно, все мои команды, потому что по привычке проще аэрозольным, проще. Но мы разработали прям вот свою технику, с помощью которой работаем уже несколько лет, уже 4 года мы вообще почти аэрозолями не работаем, только жидкими лаками. Все, ладно, поехали. Хватит болтать. Хотя я так люблю поболтать. Значит, прочесываем, начесываем. И для всех, кто только присоединился в эфир, девочки, я напоминаю, что у меня сейчас проходит на моем аккаунте Комарова веб-салон новогодний розыгрыш. И я вместе с моими любимыми спонсорами, Мозер, инструментами, которые действительно вот обладают немецким качеством. Да? Я обожаю немцев, я обожаю поэтому Mercedes, я обожаю Velo, потому что это немецкое качество. И Мозер – это немецкое качество. И поэтому уже достаточно долгое время моя школа работает на инструменте Мозер. И я действительно люблю эти инструменты. Ладно, идем дальше. Значит, берем плойку. И сейчас мы будем накручивать вот эту прядь внутрь. Прям прокручиваем внутрь. Это называется на объем. Сейчас прочешу, немножко расчесаю. И накручиваем на объем. Держу прядь и вот так вот внутрь прямо крутим. Прокручиваем. И греем. Прогреваем прядочку. Здесь сейчас будем чуть подольше греть. Техника особая. Жидкий лак я использую всегда с самой сильной фиксацией. Да? Вот какая есть в фирме суперсильная фиксация, такую и использую. Мозер, I love you. Не буду сейчас сравнивать инструменты. Везде, скажем так, есть свои плюсы. Да? И эта техника накрутки, она вот действительно... Конкретно в эту технику я делаю этой плойкой, да. Вообще, кстати, у меня в студии коллекция плоек. У меня почти 200. 200 плоек разных вообще. Я вот когда еду в какую-нибудь страну, я покупаю все плойки. Вот крайний раз, когда я ехала из Лос-Анджелеса, я привезла 9 плоек всяких разных фирм. И потом целый год их тестировала. И такую накрутку, и сякую накрутку. Вот. И меня это безумно вдохновляет. Вообще... Я инструменты очень часто себе новые покупаю, даже для вдохновения. Мне всегда это дает такой, знаете, прям огромный толчок в развитии, да, и вот практически каждая моя... Я, кстати, так долго держу, потому что у меня сработало автоотключение, плойка отключилась, остыла, и сейчас вот я ждала, пока она нагреется. Каждая вот моя техника, да, прически... зачастую была разработана благодаря той или иной плойке. Поэтому для меня плойки невероятно важны. Так, ну что ж, вот у нас такая вот, такой кудель получился. Это прям такая, знаете, супер обычная, казалось бы, техника накрутки, да, на букле так крутят, но тут есть нюансы. Расчесываем ее, и вот она у нас идет. Если вот вы откроете мой аккаунт, там вот есть... Техника называется твист локоны. Просто с одной прядью, вот я вам, конечно, сейчас покажу, но это не то. Откройте прям мой аккаунт и посмотрите, что такое твист локоны, когда их много, и когда накручена вся голова на твист локоны. Это просто оргазм, это просто вообще... Я сумасшедшая, я обожаю локоны, и я бы вообще запретила все остальные прически, делала только локоны. Но я шучу. Ладно, идем дальше. Значит, держу за вот эту вот узкую часть, да, и начинаю растягивать пластину. Прям так хорошо ее тяну. Тяну, тяну, тяну. Тяну. Держу. Беру пудру.
Плойку держу максимум 20 секунд. Вот сейчас держала по другой причине чуть дольше. Она у меня остыла просто. Я ее забыла повторно включить. Вот тяну, тяну. Растянула. Они у меня вот тут сейчас достаточно пушистые, достаточно грязные. Ничего страшного. Мы сейчас это вычистим. Но у меня уже появится форма. Фиксирую. Поддуваю. И вот когда у меня уже зафиксировалось вот это длинное, смотрите, пластинище, я держу за край и начинаю пальчиками вычесывать и делать уже идеальный рисунок вот этой пластины. Вот этот край раз, я вычесала, и теперь он у меня уже идеальный. Тут иногда тоже можно фен использовать. Вот. Но я не использую фен, потому что здесь у меня болванка, да. Если бы у меня были натуральные, некрашенные волосы, то, возможно, я бы использовала фен. Держу вот опять эту пластинку, опять подтягиваю. Она у меня уже, видите, намного чище. Можно сказать, даже идеальная. Наношу лак. Пудра фиксирует. И дую. Вот в этот момент можно подуть феном. Если есть фенчик под рукой. Вот, смотрите, какая прям вот такая вот раз, пластинечка получилась. Идем ниже. Фиксирую на жидкие гвозди переход. Жидкие гвозди, когда вы фиксируете, прям, вот видите, зажали, все, она зафиксировалась. Теперь прочесываю вот эту оставшуюся часть волос. Так, прочесываем и вытягиваю следующую. Повторюсь, вот эта техника локонов, она, конечно, должна, ну, в одной прядке она не очень смотрится. Хотя безумно красиво, мне и так нравится, но не поленитесь, зайдите на мой аккаунт, посмотрите, что такое твист локона. Это техника вообще новая. Еще даже презентации ее официальной не было. Скоро, кстати, выйдет видео мое на YouTube, где я буду подробнейше вот про эту технику рассказывать, где, в какой зоне, как это прорабатывается все. Вот она, видите, какая огромная пластина, почти 10 сантиметров. Чем я крашу волосы? Чем я крашу волосы? Да чем придется? На самом деле, я сейчас нахожусь в моменте тестирования, много лет красилась исключительно Веллой, потом красилась Лореалем, Кедрой, по-разному. Но плюс-минус в любой фирме это 7,43 оттенок. Вот она, следующая пластиночка, да? И да, 3 минуты осталось, все, мы с вами уже все заканчиваем. И вот она, последняя прядь. Ну, сейчас тут вообще эфиры можно делать чуть больше часа, надеюсь, что нас не вырубит. Вот она, наша пластиночка. Раз... И мы ее зафиксировали. Ну и что? Теперь смотрим, как это получилось, да? Это вот у нас локоны в пластичной растяжке. Итак, локоны 5D, локоны в пластичной растяжке, голливудские волны, вот она волна на 32-ю плойку и накрутка на утюжок на 32-й диаметр. И, конечно же, моя техника накрутки – это серф-локоны с прямыми концами. Можно, кстати, утюжком, если что, их, ладно, вы не бойтесь, осталось минута 24, я вас всех обнимаю, целую. Прямо сейчас переходите в мой аккаунт Комарова, нижнее подчеркивание, веб-салон, и участвуйте в розыгрыше, потому что новогодние волшебства существуют, и мои подарки, они всегда достаются именно тем людям, которым они очень-очень сильно нужны. Просто пишите под последним постом «Хочу подарок», и Анна Комарова подарит вам новогодний подарок, который принесет вам много денег, потому что обучение – это огромнейшая инвестиция в себя с большим будущим. Люблю вас, обнимаю, мои парикмахеры! Муа! Всем пока, удачи и только позитивного настроения. А вот я с ресничками, еще масочку мою подгружайте. Все. Всем спасибо. Боюсь, что вырубится эфир, поэтому отключаюсь.